Отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета России по Республике Саха-Якутия расследуется уголовное дело в отношении 28-летнего жителя города Якутска. Он подозревается в убийстве 4 лиц, в том числе малолетних, заведомо для виновного, находящихся в беспомощном состоянии, а также в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. В ходе расследования установлено, что ранним утром 29 марта текущего года мужчина в состоянии алкогольного опьянения вооружился ножом и пришел в частный дом своего знакомого. Там он причинил множественные ножевые ранения двум женщинам 31 года и 66 лет и двум мальчикам 5 и 8 лет. От полученных травм потерпевшие скончались на месте происшествия, подозреваемый скрылся. В ходе совместной работы следователей и сотрудников полиции через непродолжительное время его причастность к совершению данного преступления была установлена. Во время задержания мужчина пытался скрыться, выпрыгнув из окна своего дома. Будучи настигнутым, он нанес полицейскому ножом резаную рану левого предплечья. Пострадавшему оказана медицинская помощь, угрозы его жизни нет. Подозреваемый допрошен об обстоятельствах совершенных преступлений. Свою вину в совершенных деяниях он признал. В настоящее время он помещен в изолятор временного содержания. Следователям готовятся необходимые документы для направления в суд ходатайства об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Для расследования данного уголовного дела создана следственная группа, в которую вошли опытные сотрудники отдела по расследованию особо важных дел и следственного отдела по городу Якутску регионального следственного комитета. Устанавливаются мотив и все обстоятельства произошедшего. Ход следствия находится на контроле.